Сартаков заброс вперед. Выигрывает верховую борьбу Щеткин. На ударной позиции оказывается Жаслан Молдакараев. И что сейчас? Желтую карточку показывает Чесноков не Оторбаеву, а Молдакараеву, намекая на то, что симуляция была со стороны полузащитника Тобола. Ну и вызывает недоумение у игроков Тобола это решение Чеснокова. Надо смотреть повтор момента, друзья. И ровно.